Значит, имбанута, и сегодня интересный режим, в котором механику бэкдора применили к героям. Другими словами, если рядом с вашим героем нету вражеских крипов, то вас будет довольно трудно пробить. Как это будет выглядеть в игре? Давай с тебя лайк и погнали посмотрим. Ребят, как многие из вас знают, мы уже несколько месяцев занимаемся прогнозами на киберспорт и стабильно поднимаем свой банк. Я лично руковожу процессом и слежу за качеством выдаваемой информации, а также сам ей и пользуюсь. А это значит, что все предлагаемое вам опробовано мною лично. Присоединяйтесь к нашему сообществу, забирайте бонус до 5000 рублей, просто заглянув по ссылке под видео. Там будет наш телеграм-канал, где вас ждет подробная информация. Выбор за тобой. Так, я, наверное, все-таки... Ой, слушайте, я забыл включить... Аганимшард. С какой минуты Аганимшард? 10-е там. 10-е, все, ништяк, нормально. Самый, что называется, раз. Так. Короче, я беру этот, я не собираюсь сейчас драться, я чисто это. Пойдите. Так, а погнали такое. На Рошана, они сейчас же Рошана будут забирать, алло. Они будут. Так, погнали все на Рошана. Ну, я бы и нам надо убивать Урсу. Да, нам хоть кого-нибудь надо убивать. А Урса точно взял шкурики просто. У меня тоже не изучено. Ребят, надо, чтобы кто-нибудь с бэкдором пришел, Гуля. Ну, у меня Гуля, бэкдор. Чекай бэкдор и приходи. Да. Да. А, да, я в миду постою. Бесшумно. Окей, хорошо, куда мне идти? ХЗ, как хочешь. Ну, типа, куда Хускар идет? Так, отойти. Ребята, Урсу убейте, пожалуйста. Сейчас, 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 у нас тут. А, понял, на меня тут накинулись. И меня сейчас убьют, скорее всего. А ты не прокачал то, что хотел? Не, я прокачал второй скилл. Погоним? Ладно, короче, к черту. Ладно. Рошана, Рошана, будет кто-то забирать? Надо, чтобы Рошана кто-то забрал. Вы как-то поразбегались все по вайнам. Ты, походу, я со мной решил мид. Пойти. Минер тоже с умой. Мины сумонит. Без промедления. Так, давай сразу бить. Крипчиков. Да. Крипчиков, крипчиков. Молчи. Иду. Он там вынужден был потратить. Услышал. Мои глефы все острее. Так, пойдем все. За пацаном. Так, у меня есть первое начало. Подожди, мне подожди, нужен подожди, еще по меньшей мере пару уровней. Я не знаю, можно как-то этот, крипов поотводить. Или хрен. Чего, разошлись. Ты че, серьезно? Друг пытается. Кстати, Влад, а? Качай. Оба. Первый, третий. Перейдем. Потом на него кинешь третий, и он. И первый, он сдохнет. Уровни на четвертом. Первую двойку. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Надо меня бить. Мы его сейчас убить можем. Ну, он должен умирать. Вот, еще один ход, и все. По идее. Я не уверен, что убью или его. Я, ну не мой. Так, раз. Ну, теперь в двоечку. Слышь, парень. Пойдем, 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 пойдем. Крипов сюда отведем. Ты ж можешь потанчить крипов? Можешь. Крипов, да. Да. Ну все. А его нет. А он под бэкдором, понимаешь? Да, 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 все, я понял, о чем ты. Я почти тот один спушил. Иду своим путем. Сейчас крипов отведем к нам поближе. Просто там сейчас идет пока, как пока раз. Вот с этими бэкдорами ничего не сильно не взаимодействуем, тупо качаем уровень, качаем инвентарь. Я сейчас себе возьму арбалетик. Ну, вообще топчик. Добьешь? Тало, вешай третий на него, на этого, слышишь? Я третий не хочу. У тебя просто первый под третьим дамажит в два раза сильнее. Первый по третьему, два раза сильнее, понял. Так, убей крипчика, пожалуйста. И поехали.
А, у меня же была защита. У него было настаканы эти, я понял. На нем? У тебя соло килл. Ще по красоте. Так, подойди. Спасибо. 6 секунд, можно будет что-нибудь придумать. Еще раз. 6 секунд, можно что-то придумать. Да, да. Че? Гляди, например. Ну, он умер. Хорошо. Все будет хорошо. Это знаю, знаю. Все, спасибо, блин, Влад, сам себе песню напел. Теперь, сука, будет бесить меня. Кто знает такую Верку, сердечку? Естественно. Естественно, замечательно. Ну. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Я пошел. Сейчас снайпер тебя не дамажут, тебя не дамажут, разве? Ты отвести крипов хочешь? Отведи их вообще в самый низ. Они дамажат, там крипы уже. Не, мне просто тут нужно пару. Не идут там крипы, я сломал. Нужна 10-я минута. Хорошо. Так, защита, защита. Все, поехали. Ой, что-то, друг, у тебя защиты нету. Как-то. Было бы быстро бывает крипов. Как же хочется огоним шарты где-нибудь подраться нормально. Да иди нахрен. Несешь? В этом хуете. Вышку. Да? Я крючков забрал. Сейчас иду. Угу, не иду. Ты там соло, если чё. А, я чё. Нужен медас, ну, да? Ты куда? Просто на лоу хп парень улетает. На таком лоу, что прям вот всем лоу-лоу. А, очень трудно мне это слово произносить, оказывается. Я же букву L не выговариваю, совсем забыл. Глиф пошел на пачечку. Вы гений, ребятки. Да. Дальничка. Тише некуда. Можно вот тут с парнем пойти подраться. Мне, кстати, варды расставляют, прям расставляют. Не то, что мы. Без промедления. Хочется бегать, искать эти варды. Ага, бегу, бегу. Так. Там крип. Оу. А не ожидал такого, да? Давай подпушим. Давайте убьем Урсика. Если он подставится. Так, пойду вниз, летаю. Не, сейчас он поставляться не хочет. Тихо, тихо, тихо. Где тут бэкдор? А, вот бэкдор. Да ты что? А ладно. Просто. Ребят, смотрите, что тут происходит. Он постоянно все привозит, тоже говна всякого. Блин, у меня не успевает стакаться. Ладно. 44, 45. А почему у меня не стакается? Блин, тут уже Урса пришла. Ага, спасибо. Иду. Фингла. Так, 5 секунд.
Почти, друг, почти. Это прикол. Иди сюда. Иду своим путем. Опять на ТП улетает. Ну давай. Ой-ой-ой, крипы подошли, крипы подошли. Иду своим путем. Молчание. А, надо второй замаксить. Ну, ладно. И уж савлю в ном. А, пацаны наигрались, я понял. Что, пытаемся закончить? А, да, в принципе, можно побыстрее, блин. Меня... Да, давайте, давайте побыстрее. Хорошо, сейчас еще один предметик и прихожу к вам. Вернее, по дороге я его как раз нафармлю. Минер. Тише некуда. Бесшумно. Давайте, если они вот сейчас вот в течение 30 секунд не заходят, то просто рестартаем. Окей. Okay. Есть. Реально, чем не по душе минер. Ладно, погнали, next. Ну что, попытка номер сать записать. Попытка номер сать записать интересную игру в этой кастомке. Наверное, себе возьму ботинок и в жопу все. Потому что мы играем в кастомку. И в кастомку по всем правильным пониманиям нужно покупать первым ботинок. Вон, Кило шарит. Куда? Куда? А чё, у нас фордов нет? Чё поставь? Доставь? Блин, я не знаю, сюда. Мне... О, скажи привет и убей. 53, что творит? Курса, ты уходи, просто уходи. Уходи уже. Да. Тебя убьют, тебе больно будет. Мне-то все равно. Душим, душим. А, он решил вкачать. Все решили вкачать эту пассивочку, да? Кроме Урсы. Я не хочу. Урса, тебе же сказали, уходи. А, ладно, все. А у них прямо у всех эта пассивочка включена. Да, мы веселимся. Кстати, тут четверо, да? Да ладно, я ее потом сам вкачаю. Давай, Зуска, пошли, пошли, пошли. Заберешь вот тут? Угу, пойдем. Развернуться решил. Забери там. О, есть руны. Не терись, пошли на этот. Я хочу этот. Пачку. Приходи, сбивай фласку. Давай, давай. Идем на низ, на низ. Я думаю, где быстрее можно получить. Вот отсюда. Давай я так, даже подходить не буду. У меня здесь пудж, да? Не самый полезный. Все, отошел, получил. Качай защиту. Давай крючков подпашим. Пудж решил развернуться, я понял. Так, лесочек на третий. Че, ты решил меня тут оставить, как понимаю? Да, я хочу решено забрать. Че, я уж соло заберу, соло. Так, ну. Есть ли смысл мне тут на ванне стоять и прокачивать эту хрень? Так, че лучше? Ну, фарми? Попал, урон за эффект. Было бы совсем я другое точно дело. Получаю свое просто. Так, ну я тогда подожду. Так, а он с бэкдором уже. О, все-таки там сейчас задушит, да? Или нет? Ребята, я еще не сапер шейкер, я пошел в урон. Понятно, да? Так и надо. Что? Ну, а почти, друг, почти. Аж спинка зачесалась. Согласен. Давай, братан, души. Догадаешься, да. Крипов немножечко отвел. Хорош.
А Урса там решил делами грязными позаниматься, да? Именно. Что-то у нас мидеры прям вообще не мидеры получается. Надо, чтобы мне сейчас ульта аппарата не прилетела в лицо. Не спеши, не спеши. А это реально круто. Это я запросто. Так, давай, наверное, в ПТ-шечку вот пойдем. А сейчас девсик шестой скоро будет получать. Хорошо. Так, давай. Ну, по 400 хп, ну я тебе дам. Ё-моё. Вы хукаешь? Сейчас меня лазер, да. Нормально. Просто берешь стимпку. До свидания. Нам с вами не по пути. Слышь, представь себе замес. Шекер влетает в него, ультует и нет крипов. Какой кайф, да? Хорошо. Хорошо. Так, да. Выпускаю. Так сделать и вот так. Ну, отлично. Алло. Теперь мне нужно вот это. Ящичка. Слушай. Ты же мне достанешь. А, здоровье. Неплохо. Понимаешь, что ты со мной не дерешься? Бегу. Ой, да иди нафиг, напорачивай. Опять тот чел? Да, опять тот чел. Чё я так ненавижу? А там пушится, все пушится. А на аппарате там чувак немножечко шарит за Dota 2. Ты пластилин. Давай, пацаны, пошли. Опа, хорош. До свидания. Так. Пойдем, мы сможем, да? А что это такое? Доминатор, что ли? Доминатор, понял. Хорошо. Есть? Да, ща. И, ну я ловил, ты понял. Слышь, да, я вот так сделаю. Что, думал, все так легко и просто будет, да? А доминатор не сбрасывает бэкдор. Нет, конечно. Бесполезный доминатор. Кстати, мы его в бань вроде бы в прошлый раз кидали. Отойдешь? А, толку с ним додраться, вообще ноль. Ладно, все, я ушел. Воу. Что за демо? У тебя там люди. Да там нет. Крипчики. Там просто. Я не ждал, что столько от экзорцизма прилетит в мои жизни. Так, 2 маны в секунды, пусть будет. Опять-таки. А вот сейчас ты не уйдешь уже, все. Бессмертие, а он там, блин, думал, включил себе. О, мана, наконец-то у меня есть мана. Так, можно я сверху, ой, в миду заберу? А что, Рошана забрали в итоге, нет? Ну, так же, конечно, да. А-а-а.
Слушай, а интересно, а будет ли работать апнутый доминатор? Где он? Вот-вот-вот, парень. Чисто спасти. Я сейчас крипов немножечко отведу. Давайте там замесы устраивайте, все нормально, я здесь с крипами пообщаюсь. Вообще по красоте. Одну секунду, дружочек. Так, ну давайте аганимчик пошел. Да, с айленсером, конечно, повеселее играть. Хоть настакать всякого дерьма можно. А тут, блин, ходи, страдай. Ну, хотя, в принципе, я всегда могу молнии настакать. Ой, молнии, колючки, колючки. А что у нас тут за замесы? Ребят, ну как бы... Пацаны, крипчики. А мы уверены, что хотим тут драться? Ну, я не особо хочу. Нам здесь драться может только ОД. В принципе. Вот, дерись, 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 дерись. О, это крипы вот эти. Вот тут бэкдор снимается. Под ОД повеселее будет. Давай, 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 ОД. Настало твое время. Крипов, крипов отвести. Надо крипов наших подводить как-то. Кто умер? ОД умер. Печально. В принципе, можно сваливать. Шока. Аппарат в миду. А это что такое? Давай мы не выпускаем, получается. Ой-ой-ой-ой-ой, под шейкером попытаться сделать ТПА, да ты что, блин, бессмертный, что ли? Ну, он может. Мы тут и на него время тратим, на самом деле. Согласен. Есть кое-кого. Я же говорю, нужен, чтобы ОД был. Тогда можно повеселиться. ОД, кстати, или вышку. Ой, крипов, крипов, крипов. ОД или урса? А можно бить? Где ОД? Разрешаю. Ага, ОД там веселится. Сейчас крипы выйдут, сейчас крипы выйдут. Отходим, отходим, крипы, крипы, крипы. Спасибо, кто меня ветра поднял. Не успел. Убьешь крипов? Стараюсь. Убил. Я свариваю, короче. Я не знаю, у нас не ОД нету. Вот, вот идет ОД. Вот с ОД можно уже. Да ты бей их, бей, стакай себе ульту. Не ульту, а ману точнее. Так, ну... так она стакается вторым. Может, я другой. А, точно. Я добил. Да, вот так сделаем, мне мало. Давай, умника. Хорошо. Ну, чуть промазал времени. Держим пацана просто до последнего. Ага, слышь, крипы вышли сразу такой драться смелый. Правильно, лазер нужно давать в Бристол Бэка, который ни хрена не делает с руки почти. Ой-ой-ой. Что у нас, СД, Урса, берем СД? Там сейчас крипы будут. Я просто спиной постою. Все, крипов убил. Можно демо? А можно
Что? Сколько будет вот этот? Цены душат, душат. Ладно. Крипы что ли появились где-то? Нет, где? Крипов я убил. Они очень пытаются пробить бедного Бристлбека. Ни хрена не получается. Да хорош ли ветра поднимать, алё? Спокой свои... Да, в КП аккуратно. О, теперь будет повеселее. А я нашел Клондайк. Я теперь всех замедляю. Все, ладно, пацаны, я стою, держу. Сейчас крипы, правда, выйдут. Ага, недолго крипы стояли. Ребята, я там нейтралку убиваю. Да, давай. Разбирайте, так скажем. Вот так вот постою. Ой, спасибо. До конца. Там у меня ульта идет. 4 секунды, скажу. А верши вообще там появились селиться. А, на. А мне вот для веселья нужно еще чуть-чуть. Сейчас будут на. Вот надо было тебе эти. Ау. Ветра на меня вешать. Ой, пацаны, сейчас что-то будет. Сейчас будет прям что-то жестко. А мне ж сильвер никто еще не купил. Не собирается сильвер покупать. Да, хорошо. Кто не попал в притык. У меня уже 300 стаков этого дерьма. А вообще есть какой-то прок от того, что мы вот это вот тут стоим, вот этим всем занимаемся? Нет, да, там пусто. Никто не умирает. Просто никто не умирает. Хотя на самом деле стакает этот парень. Этот парень на ОДМ. Блин, а почему у меня колючки миллион штук не вылетает? Так, первый отлетел. Ой, путь нормально стакнул. Ой, вырубили, вырубили мне. Так, ну давай еще один этот. Ну, давай немножко походим. Пожалуй, Тарасочку себе возьму. Ладно, 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 ладно. Просто давайте дичь какая-то. Чё, говоришь, не слышно? Мы идём до того. Да, давайте. Я так чисто по рофлу стою. Никто никого не убивает, так колечки вылетают нормально. А, я опять под ультимейт попался. Приятно, нужен БКБ. Ау! А как меня убили? Да, мне вот интересно, аппарата. Сколько было урона всего впитано мною? Статистики такой не показывается? А, не, показывается, кстати. Ну, если это... Зависит от костра. Ребята, вы серьезно хотите за мной бегать? Так УД получился, а не такой прикольный. Надо было реально взять Сларка, Сайленсера, Урсу, там еще кого-нибудь. И тупо вот так вот Бристлкок стоит, на себе стакает. А, блядь, крипы. Стоит на себе стакает, а остальные стакают пассивочку там, какую-нибудь активочку. И ее замечательно себя чувствует. Hello.
что в меня только не отдали. Гриф отдали в меня. Ульту две отдали. О, бэкдор против бэкдора. Сейчас будем душить. А чё, пушить кто-то будет еще? Ну мы пушим. Я вон фармлю себе моточки, дабы их шотать. У меня уже крит 2400. Неплохо. А чё я тебя убегаю, слушай? Вопросик. Так, ладно, сейчас ульта, крипы пошли. А у меня тут ТД как бы есть на секундочку. Сейчас еще одна ульта в меня пойдет. Давай, давай, души до конца, конечно же. Единственный, кого нужно убивать, это Бристал Вэг. Удачи в личной жизни. Ребята, если я делаю вот так, а вы меня уже не так и не... Если я делаю ТП наверх, значит плот разворачивается. А, слушайте, а Зевс получается тоже в каком-то смысле имба. А кто нас будет пушить? Зевс, он же в процентном, в процентах снимает хп. Надо Зевса душить. Души Зевса. Душите Зевса. Забейте на всех, душите Зевса. Крипов тушите, пожалуйста. Не, ну крипов-то понятно. В первую идите очередь Зевса. Нахрен на крипах, как их привели? Кто привел? ОТ, ты зря крипов привел. Тут чистота. Чистота. Мы их и так убили, но крипы мешают. Так, мерза, я тебя слишком много слышу. Ну, тебе надо было крипов нахрен. Какая вероятность, что у них есть? Тут вижу где-нибудь. А, да, башек смотрит. Так, а что мне Гоминшор дает? Не знаю, что он дает, пусть будет. От Харькова до указанной области комок Игл, приземлившись, он в области применяется на всех ради 700. Один эффект на сгул и два эффекта. Ага, прикольно. Гоминшор интересует кого-нибудь? А Гоминшор интересует кого-нибудь? Давай мне. Забирай. Полезный. Он у тебя сейчас? Да. Сейчас подойду. Опа. Так, ты где? А, я рядом. Далеко я могу эту хрень плюнуть? Дай мне шартик. Душим, душим, душим. А, не, не душим, крипов под воду. Сейчас крипы уже подойдут. Я его заблочил, я его заблочил. Вражеский, вражеский крипов. Крипы. Нормально. Зевса, Зевса, душите. А я попушу просто. Не буду больше допускать эту же ошибку. Буду просто пушить. Кирас уж никто не собирал? Нет. Так. Это братки, кстати, тоже не особо много толку. Друг, ты сухи смер. Надо крипов туда к ним подвести. Ну это от них зависит. Подвел крипов. А, Рошана забрали? Ну да. Так, ща. Ну еще кое-кто не следит за игрой. Подожди, а как я только что одновременно... Подведи крипов, Урса. Пацаны стараются прям очень тщательно. А вот и крипочки, да? Здорово. Неприятненько получается. Но ты думаешь, тебя это спасет. Ну, ты какой миленький, когда ты такой наивненький. Сейчас лазер спадет. Оп. А может, он не спадет.
крипов, крипов надо подводить. Под ультой не очень хочется драться. Никакого говника. Отойдите немножечко. А, там все уже все мертвые. Надо просто крипов к ним туда подводить, повеселее будет. Танчик, вот, танчик. Танчу. Точно надо. Так. А, как я его убил? Фонтанные войны. Неплохо. Влад. Да-да. Можно и сносить. Так сносите. Я просто постою тут немножечко. Почилишь. А фонтан вообще не пробивает. Ну, можно дать пичка на внука. Давай, со второго. А что, вопросик, что дает нулик в их ситуации? Бафы сбивает, да? Сейчас ультан. Им конкретно дает, да? Не, а хотя ладно, в принципе, игра уже закончилась. Да, короче, здесь можно прям хорошо как-то забафать Бристлбека. Уф. И вот так вот стоять прям вообще бесконечно под вот этим бэкдором, это просто жесть какая-то. Ну, этот нет.